Горный институт Северо-Восточного федерального университета отметил свой 60-летний юбилей. История заведения началась с 1956 года, когда в составе инженерно-технического факультета ЕГУ было открыто горное отделение. Сегодня республика является одной из первых поставщиков алмазов, одной из крупнейших добытчиков золота, слюды, олова и угля. В перспективе разработка новых месторождений. Это обеспечивает стабильные потребности в квалифицированных специалистах горных инженерах. И эту потребность уже многие годы удовлетворяет горный институт, выпуская высококвалифицированных специалистов данной отрасли.